Друзья, в продажу поступил ВАЗ-2114 2008 года выпуска. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 81 лошадиная сила. В паре с этим двигателем стоит механическая коробка передач, сам авто на переднем приводе. У авто хорошее техническое состояние, полный комплект ключей. Весь салон в чехлах. Все работает. Довольно мягко закрываются все двери. Открываются тоже довольно мягко. Спереди у нас стеклоэлектроподъемники. Установлена магнитола. Подогрев заднего. Ручка КПП и ручника обтянуты. Приезжайте, смотрите, забирайте.